Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Знакомая взяла старый диск и поднесла его к пламени свечи. Результат меня удивил. Не секрет, что компакт-диски и DVD сейчас используют редко, но у многих они остались. А в отличие от виниловых пластинок, диски не являются ни модными сейчас винтажными предметами, ни объектом коллекционирования. Поэтому в большинстве квартир они попросту лежат и пылятся до тех пор, пока во время глобальной уборки не попадают в мусор. Но не все выбрасывают старые диски. Некоторые люди используют их в творчестве. Делают из них милые и полезные, или же просто красивые декоративные вещицы. Диск вполне может трансформироваться в подставку под горячую посуду, предметы домашнего декора и даже бижутерию. Но многих людей удерживает от воплощения творческого порыва кажущаяся трудность работы. Не все любят сверлить, склеивать, возиться с нитками, крафтовой бумагой или тканью. Но для того, чтобы дать дискам новое предназначение, вовсе не обязательно проделывать над ними сложные манипуляции. Моя знакомая мастерит из дисков очаровательные подсвечники, плоские мыльницы, настенные панно и многие другие вещицы. И при этом, когда она приступает к работе, на ее столе нет ничего, что, по моему мнению, требуется для любого творчества. Помимо дисков, она использует свечи и плоскогубцы. Впервые увидев такой набор, я очень удивился и решил выведать секрет обработки старых дисков. Процесс трансформации дисков в красивые стильные вещицы удивительно прост. Зажигается свеча, над огнем плоскогубцами удерживается компакт-диск. Пламя опаляет, прогревает поверхность диска, меняет цвет, форму и текстуру изделия. Разумеется, диск над пламенем свечи нужно вращать так, чтобы получить вещицу задуманной формы. Как же происходит это волшебство? Все очень просто. Секрет в том, что пламя свечи разрушает покрытие компакт-диска. При обработке огнем оно начинает нагреваться, пузыриться и лопаться. Это приводит к изменению цвета и формы, то есть к трансформации плоского диска в объемную фигурную вещицу. И что самое потрясающее, в творчестве вовсе не требуется ограничиваться одним диском. Если раскалить над огнем несколько компакт-дисков и сжать их поверхности, то диски сольются в единое целое. И, разумеется, работу можно проводить в несколько заходов с перерывами. Результат этого простого действия впечатляет. Получаются невероятные фантастические изделия. А смастерить таким образом можно практически все, что угодно. От подсвечников и подставок для украшений до фоторамок и зажимов для штор. Очень оригинально и стильно смотрятся мыльницы и держатели для бутылок с моющим средством, изготовленные таким образом. А знаете ли вы, каким еще вещам можно подарить вторую жизнь? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.